Всем привет, с тобой альтернативная гитарная школа iRockstar, и я Дмитрий Лебедев. И сегодня со мной присутствует самый эмоциональный человек в мире, он без бороды, но почему-то называет себя Влад Борода. Это наш новый преподаватель гитары и вокала, а также автор и ведущий новой рубрики «Солят недели». Влад – это человек, который живет музыкой, ест музыку и пьет музыку, поэтому он такой худой. Но вместе с тем он победитель различных гитарных конкурсов и участник популярного вокального шоу «Голос краев». Влад настолько круто играет на гитаре, что даже сам Иван Себастьянович Бах хотел бы взять у него автограф, если бы мог. А Зак Уайлд лично брал у него уроки гитары перед записью своего последнего альбома. Но потом Влад проснулся и, за паре вельмишей быстрого приготовления, принялся репетировать. А если серьезно, то Влад — это очень серьезный во всех смыслах педагог и музыкант, который научит тебя играть и петь. Но пусть его гитара сама все скажет без слов. Спасибо, что смотрите нас. Впереди много классных разборов, мастер-классов и просто хороших музыкальных видео. С тобой альтернативная гитарная школа iRockstar, и я Влад Борода. Stay Rock!